В Заполярье должен появиться современный и эффективный рыболовецкий флот, а в магазинах доступная и качественная свежая рыба. Об этом они только говорили во время встречи премьер-министр России Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона рассказал Медведеву о мерах, которые предпринимают власти в экономической и социальной сферах. Он подчеркнул, что благодаря поддержке промысловой компании области строят новые суда. Запущен проект «Наша рыба». При этом премьер, говоря о мерах, которые предпринимаются властями региона, отметил, что моментально ситуация, конечно, не изменится. Губернатор также доложил премьеру о ходе реализации в области национальных проектов. Касаясь сферы строительства, он обратил внимание на короткий строительный сезон в области, а также на проблемы с подрядчиками. По его словам, в следующем году власти поставили задачу все дорожные работы, в том числе муниципальные, завершить к периоду возвращения людей из отпусков. По дорогам, я уже вам докладывал, мы даже получили премию «Прорыв года», потому что завершили по нацпроекту дороги на последний участок 3 сентября, что не было никогда. Задача следующего года не только по нацпроекту завершить так работу, но и по всем муниципальным проектам.